Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем родить игру по назову Эрвортли. Лонтри. Ненужные непотребства, все такое, короче, забейте. Мы в прошлой серии еле-еле я нашел эту тварь, убили ее. Ну, жесткая, да, конечно. Там тайминги, когда она топает, нужно, главное, ловить. Хорошо, что у нас есть? Я не знаю, что у нас есть, но мы что-то получили. И... Что нам теперь делать, я не знаю. Вот честно вот сказать, я не понимаю, что мне делать дальше. Давайте, короче, сюда, в кав. Я что-то получил, связанное с колючками. Либо типа того. Об этом можем забыть уже навсегда. Так, хорошо. Не-не, давайте сюда. А, не, я подумал, у меня уже эффект этого токсика нету. Хм. Странно. А что тогда? А что вы мне тогда дали? Так, у нас еще туда есть проход стоять. У нас есть еще тут проход. Да. Я не помню, почему я сюда вообще не спускался. Хотя тут лифт есть. А почему, серьезно, я сюда тогда не пошел? Так, телепорт. Оп. 74. Манать. 74 урона. В смысле, я здесь не был. Окей. Я понял. Так, день седьмой, я должен, подожди, я должен админ, я мой даб ферст, последний бат, потому что тяжелый что-то там, результаты. Ну, типа, я понял, это типа сюжеточки. Больно. Так, only first. Не шарю. Не шарю. Как мне пройти там, где я... Не понял. Я нихуя не понял. Lady the first. Равно не понял. Найс. Что сказать? Хорошее начало. Просто я залпом снимаю next серию. После той, когда мы грохнули вот ту тварь. Ладно. Все равно не шарю.
Давай, тогда next локация. Здесь... А что там? Я не понимаю. Здесь у нас закрыты две местности. Здесь закрыты две местности. Ну, одну я сейчас посмотрю, что там. Вторая без понятия. Это трупы, я могу их все подпалить. А, точно. Да. Как я мог забыть, точно. Угу. Точно, точно, точно. Как я мог об этом забыть? Тогда телепортируемся сюда. Пойдем в ту сторону. Пойдем по низу. Окей. Мне на душу уже на самом деле посрать, потому что их все равно мало дают. Интересный факт, то, что я не достаю. Так. Кстати, я ж иду наверх. Разве нет? Нет. Ой. Ой-ой-ой. Так, а что у нас там было, я не помню. Сколько я уже сдох? 59 раз, ни хрена себе. Ой, тихо. Отлично. Отлично. Ту-ту-ту-ту. Я хилился. Я хилился. Я ж хилился. Какого черта? Какого черта, а? Я ведь хилился. Вообще посрать. Thank you.
Да. Левел ап хотя бы. Хотя бы левел ап. Пипец, у меня уже 36 уровень. Почему он не может никак по-быстрому это делать? А что там было? Вот по такой дуге можно уничтожить все эти. Ну, две только. Ты уже сказал две. А, стоять. Пускай. Тихо. Готово. Я не помню почему. Там где-то, кажется, невидимая стенка, либо типа того была. А, не, я просто сюда не дошел. Круто. Ой. Пипец. Все равно не врубаюсь. Я запутался. Телепорт. Здесь изучено, значит, нам сюда. Так, только мне нужно идти наверх. Я только наверх. А, я его ногу нашел. Эй. Окей. Ну, главное, что я его ногу, да, достал. А там все равно. Ладно, нужно смотреть, что мне есть из дейтемов. Under K. Я хочу к этому мужику пойти, который то углы это стоит. Около фонаря. Ах, не ясно, непонятно. Ладно.
Ну, блин, сколько мы уже боссов убили? Много. Ну, сложная локация. Что мне еще сказать? Погнали наверх. Добро. Ага. То есть мне тогда не хватило пиздеца, теперь еще давай. Светильник. Ух ты ж, ё-моё. Ни хрена себе. Оно бешеное. Окей. Мне главное, чтобы я нашел светильник. Не нашел. Ни хрена. Я точно в целости и сохранности дойду? Так, хотя бы гримуар пополнил. Что? Это честно? Вот это все было честно? Теперь мне есть самый верх, лезть в самый верх без чего-либо, без сохранения, без чего-либо. GG. А как мне их убивать? Я просто сейчас задумался. Это ж сложно. Ладно, пойдем наверх. Короче, их лучше атаковать один раз. По одному удару делать.
Он, видите, он типа отпрыгивает и контратакует. То есть здесь уже типа не, ну как сказать, разве интеллект? Нет, вряд ли. Но не сложно. Они сложные. Вот я иду, а где мои сейвы? А где мой сейв? В смысле? Он меня не видит? Поехали наверх. Ой, костер. Неужели? Здорово. О, вот это мне нужно. First Sims. 35 тысяч. Что это такое, вообще не понимаю. Level by one. А, типа я с Макс сразу левел апаю. Окей. Так, открывается с другой стороны. Открывается с другой стороны. Ну, давайте я попытаюсь сначала так. Но мне кажется, мне будет легче. Нет, спускаться лучше. Здесь вот эта взрывная атака. О, не-не, это лучше, чем драться с ними. Ну вот это бубенчиком своим звенит, пускай звенит дальше, я просто пойду. Ну я понимаю, что там будет жопа. Там везде закрыто, мы сейчас пойдем на сокращение пути. Мы идем на сокращение пути. Не, ну тактика, в принципе, один удар только сделай и все. Вот это нужно было кувыркаться, потому что меня бы достали. А, так я тебе сдох? Тварина. Но он все равно опасный тоже. То есть я опасность вообще. Вот сюда не пойду. Чувствую дерьмо. Лучше пойду в ту дверь открою и все. Будет зашибись тогда. Вот это что новое?
Ну это как вы то помните, у мага было. Ах. Чё? Тихо. Я тупанул. Разве это нормально, вот это? Я думаю, нет. Ой. Тихо. Сокращение пути. Так, теперь. Похавать. Не знаю, апт левел или нет, пускай лежит. Так, а теперь у меня вариант наверх. Ну, там будет снизу босс. Погнали до босса. Погнали до босса. А я у костра не отдохнул. GG. Вот это вот меня легко может достать. Херь. Как я забыл отдохнуть у костра? Ах, черт. Это самое глупое, забыть отдохнуть. А я сразу понял, когда тут врага не было, что тут что-то не то. А, так. То есть тут разные, да? Тут сразу разные. Что? Я подумал, тут босс будет. Прошу. Давайте тогда лучше наверх пойду, подождите. У меня два варианта, либо вверх поехать, либо вниз поехать. Снизу я не уверен, что что-то будет, давайте наверх. Дверь. Хорошо. Ну, вы видите, что здесь... Я думал, на нас будет босс, на самом деле. Но там не босс. Странно. Тогда пойдем вниз. Это как это лаборатория. Может, у меня здесь как раз будет способность. А, смотрите, в принципе, возможно. Да, здесь токсины. Mm-hmm.
Что за бред? У нас тут ловушки. Ух, какие. Ух, какие у нас тут ловушки. Мамать. Ну, осторожным надо быть тогда. Главное, чтобы только ловушки были. Мне что-то кажется, что это не так. Так, там дверь закрыта. Может, тут что-то будет слышать, если... совместно это? Чуть-чуть локация. Ух ты! И всерьез, смотри, тут костер был. А, так тут закрыто было, ё-моё! Прикиньте, как я угадал. А, ой, стоит тут еще одна дверь. Ха. Вот это хорошо. Давайте немного пройдемся, посмотрим. Пройдемся, посмотрим. Это, знаете, чем там... Это мне этих напомнило. Да ё-моё. А, как оно называется? Пауков. Только здесь скорпионы. Так, закрыто. Я понимаю, что у нас сейчас время. То есть он меня так даже замечает. Хорошо. Давайте, может, тут тогда пройду. А, я там не пройду. А я там и не пройду. Так, я еще сокращение пути нашел. Ага. Все. Добро. Смотрите, в принципе. Ха. Интересно. А, только чисто по удару, да, нужно? Я, в принципе, понял. Ой-ой, ой-ой. Я сейчас туда пробегу. А так тут ничего не было. Так, а тут ничего не было. Логично, куда мне идти? Давайте немного пройдусь. У нас не босса, в принципе, ничего такого не было.
Так, еще одно сокращение пути, отлично. Еще одно сокращение пути. Вот мне нравятся такие, что, видите, типа... Хотя давайте, наверное, здесь и закончим. А ну-ка, этот есть у меня? Или нету? Нет, он мне ни хера. Давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.